Это еще раздел в психологии есть, детской психологии, где раздел есть дети с гиперактивным поведением. Это вот, это, конечно же, какое-то небольшое отклонение. Небольшое. Я не говорю, что это критическое. Не надо бежать в психушку или что-то там из этой серии. Но все-таки необходимо уметь замедлять темп. Необходимо брать контроль над своим дыханием. Необходимо знать и применять техники по успокоению самого себя. И уметь концентрироваться на каком-то одном занятии, на предмете. Можете вот так вот брать руку перед собой и вот смотреть на нее. Только какая-то мысль приходит, отгоняйте ее, как назойливую муху. Нас так учили. Но медитируйте. Медитация, кстати, очень хорошо помогает сконцентрироваться. Хотя вот, знаете, вот я такой человек, что мне вот самому необходимо движуха, соревнование, вызов. Я не могу вот так вот, знаете ли, вот долго сидеть. Вот когда я на ретрите был в Таиланде, медитировал, я понимаю, что время сейчас проходит. И понял для себя, что для меня лучшая медитация – это музыка и бег. Когда я бегаю, голова отключается, но физика продолжает работать. В любом случае у меня идет работа всего организма, а не непонятно, собственно говоря, чего. Так что, если вы не можете усидеть на месте, посмотрите, может там мокро или кнопки лежат какие-то колючие. А вообще, ешьте изюм. Он помогает концентрации внимания. И как-то мозг... Питание тоже, обратите внимание на питание. Если у вас гастрит хронический, то, конечно, вы будете дергаться и меньше острой пищи кушать. Ну, а если вы не можете усидеть на месте, потому что у вас распирают гениальные идеи, ну, это великолепно, поздравляю. Реализовывайте их, и все.